Но всех интересует вопрос. Кто же будет основным вратарем нашей сборной? Наши ворота на замке, когда там стоит... Яшин! В центр! Сместись! Лев Яшин. Огромный вклад в победу динамовцев внес молодой Лев Яшин. Реал, это, конечно, хорошо, но я как-то привык за Динамо. Умею читать игру, на футбол, он живой. Пойму я тебя, Лёна. Руки есть, голова работает. Ну чего тебе этот футбол? Яшин, это и есть команда. А это футбол! Старые заслуги, не в счет! Важен результат! Когда станешь за сборную играть, помни, ты выходишь не просто так. За тобой страна, люди. Так что постарайся. А ты Яшин? Ну, Яшин. А чем докажешь?